Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали в необычное место. Кстати, мы сегодня тут первый раз. Я уже сколько лет живу, 100 лет в Чехии. Сегодня приехал первый раз сюда. Мы приехали в замецкие, как бы сказать, Лане. Замецкий замок Лане, где сидит президент. Первый президент Чехословенска купил цей замок. Дворец или замок. І від тої доби всі президенти тут живуть. Да? Оце їхнє сідло, сідло, ну, це їхній второй дом, или як сказати? Їхній, так, де вони живуть. І по секрету скажу, їм вже Мілош Земан не чекає з бихіровочкою. А Мілош Земан – це президент Чехії. І ми йдемо. Уже все, нужно йти. Зараз ми з вами поділимося нашим маленьким походом. І ми ще там попробувати, буде охутнавка їдла, переведе охутнавка їдла, що їв перший президент Чехословенська Томаш Гарік Масарік. От посмотрите, як виглядить этот замок. Замецький парк. Ну що, ми прийшли, але ми нікуди не попали. А чому не попали, Коля, скажи, чому не попали? Ну, то, що треба замовити через інтернет ці... Заказати через інтернет білети. Нужно входні а білети. А я на цьому не знайшов. І, оказується, не 5 числа, а 7 числа буде тут фестиваль. Фестиваль. Ось зараз покажемо, де живе наш президент. Сьогоднішній президент Чеської Республіки. Ось тут він живе. В даний момент там знаходиться. Даже світиться, вон, люстра у них світиться. Здесь живет президент. А он... И будет снимать зараз. Да, сейчас приехала пресса. И вон вверху уже флаг поднятый. Ну, наверное, всегда поднятый. И вот там, наверное, сейчас вот там вот будут снимать нашего президента сегодняшнего. Но у нас были выборы, уже выбрали другого президента. Вот такая большая площадь парка. Нас пустили только погулять по парку. К сожалению, мы туда не попадем. Вот в этот... его резиденцию, так как надо было заказывать через интернет. Ну, даже здесь побывать, видеть, где живут наши президенты, это тоже за честь. Вот выставка. Это, наверное, скорее всего, теплица. Потому что они тут выращивают огурцы и помидоры. Мы уже видели там сзади. Ну, да, пойдем зайдем, посмотрим, что там. Да, вон, видишь, замоцкий парк Ланы. Мы, ребята, очень хотели с вами поделиться, сами посмотреть, но, к сожалению, никак. Что, президент моется? Да, тут. Нет, это какой-то фонтан. Вот такой у них парк. Зимний сад, так называется. Они зимой все сюда заносят. Там все поливают. Все как-то по-душевному, по-домашнему. Да. Скажи. Интересно очень. Ну, сомневаюсь, что тут президент ходит в этом парке. Коле надо везде постучать. Да. И попробовать везде нужно. Вот такой вот. Этот цветочек мы с тобой на модели. Помнишь, видели, их много было? Вот этих цветочков. Они как-то называются. Называются они... Летучий голландец. Они в честь какой-то королевы. Все, чехи ушли, остались мы. Там мы вошли, тут мы выйдем. Да, зайди красивый. А такой себе. Ничего. Красивенький, да. А воздух здесь такой, да? Тропический воздух. Тепло, прям такая влажность, теплота. И прям хорошо, хорошо. Лимончик покажи.
такая колонка на водичку. Интересно, она работает или нет? Ого! Какая тяжелая. Сколько ж лет этой колонки. Прикольная. Ну, вот такая большая-большая теплица. Ну, зимний сад, так сказать. Очень огромная территория у нашего президента. А нового президента у нас выбрали в феврале Петер Павел. Сейчас он будет принимать инаугурацию. Когда у него инаугурация? 9 марта. 9 марта. Марта. 9 března. 9 марта у нас будет уже новый президент. Замерзли. Я такую елку увидела. Посмотрите, какая елка. Я такую еще не видела. Прям ветки валяются на земле. Интересно, сколько же лет этой елке? Классная елка. Вот такая будочка и ворота. Мы решили поехать в музей. Раз мы не смогли сюда попасть, сейчас мы вам покажем. А вот здесь музей налево, музей Гарика Масарика. Он, кстати, даже А, может быть, и интересно, смотри здесь. Люди собрали. А это на коне кто? Масарик. Гарик Масарик? Да. Заедем на минутку? Давай. Ну, давай. Это прям звится, онлайн. И чешский разговор, бачишь? Вот наши новости, которые мы смотрим вечером. Вот они. Приехали, будут сейчас снимать. Ну да, наверное, музей, в 10 там, открывается. Да. Здесь музей нашего первого президента, Гарика Масарика. Вот даже его памятник есть. Вот такой наш президентик. Вот такой президент Чехии был первым. С идеалом оправду. За идеалом справду. Книжки какие читались раньше. Вацлав Кочка. Пардон. Будем пробовать еду, какую ел Гарик Масарик. Будем охотновать. Правда, звідти же не бачиться, а не краст. Правда победит, только не бояться и не воровать. Галушки. Галушки. Это такие тестовины с узаным маслом, то есть тестовины с, как будет узаное масло? Узаное масло, как будет? Ну, копченое мясо. Да. Не мам, я нам тисяцовку мам. Не маш меньше? Коль, напиши так, как ты хорошо чешский пишешь. Я не очень. Напиши что-нибудь. Такие. Да. Смотри, какие одежды. Масарик пошел в библиотеку. Гарик Масарик раздает автографы. Мы сейчас тоже попросим.
сфотографироваться с ним. Ну что, Коль, будем сейчас с Масариком делать фотки? Да. Мы спросили, если можем, он сказал, можем, но он куда-то убежал по делам. Сейчас минутку, мы придем и будем делать селфи с вами. Я тебе вопрос задам. Задавай вопрос. На каких чешских деньгах есть фотография Томаша Гарика Масарика? На кронах. На какой купюре? Тисяцовка. Там не жінка. А, ты все знаешь купюры? Ну, почти. Можно я посмотрю сейчас быстро? На 500? 5000. 5000? Это фотография Томаша Гарика Масарика. Да, это последняя купюра, 5000, самая высокая. 2000 там Божина Немцева. На Тисяцовце уже не помню, кто есть, но на 5000 есть цей. Томаш Гарик Масарик. 5000 не маєш, я показав. Ну, а вот так, такая картина красивая висит Гарика Масарика вот здесь. Мы сейчас идем фотографироваться с ним. Носки. Что он говорит, что он тоже говорю, постоянно живой. Вы похожи, вы копия Томаш Гарик Масарик, он говорит. Я живой. Я Томаш Гарик Масарик. Ну он точно как он вообще, он такой прям. Что, Ири фотку. Он такой прям вообще тютя-тютя. Гавушки спроси. Сейчас двойкнетлики з маком, 55 крон, то я не скутачний. Рамбро пиловка. Ага. Пойдем. За první републики. Bylo 0,25. Chyby 0,25. Co ochutnáme? Bramborovou polívku? Bramborovou polívku a já bych chtěla halušky s kyselým zelím. Ne, bramborovou polívku budu. Bramborovou polívku. Můžeme vzít sebe. Za takovou cenu. Já ochutnám bramborovou polívku. No, já bramborová polívka, to je kartofilný sup. Ты хочешь написать, чтобы картофельный суп был? Томаш. ПС. ПС. Томаш. Гарик. Масарик. Випада. Яко. Живи. Ви. Коля написал, что Гарик Масарик выглядит как живой. Идем на гору? Мы идем наверх. Посмотрим, что там. Вау. Трафика. Но трафика это ларек. Какой раньше был ларечек. Вот Гарик Масарик. Сироп, рябизовый сироп, ликер, вернее, ликер. Лагово вино, это вино с бутылок. Народні примач Філіпс. Народні лісти. А сигарети у вас є? Сигарет немає, ще не завезлися. Ще не завезли. Ні. А бихіровка? Ось сьогодні, смотрите, какой красивий. А бихіровка є у вас? Видите? Бихіровка немає? Реклама, подивай. Бихіровки. Подивай, реклама. Бихіровки немає? Немає. Подивай, ще реклама. А що ж у вас є? У вас нічого немає, сигарет немає, бихіровки немає. Ну ще не записали. Ну хорошо, то я прийду тоді завтра. У 2023 году буде бухировка, сигарет. Тоді я прийду завтра. Все буде. У 2023 году прийду. Все, давай. Заказ коуджені, то есть заказ нельзя курить. Сюда с тебя не можно. Ну да, наверное, нельзя. Может, ему.
одежда какая интересная. Какая все натуральная, какая. Ткань такая прям. Тоже не знаю, если сейчас такая ткань есть. С розочками. Фарфор. Посуда вся фарфоровая, конечно. Какие-то познанки. Что-то писал. Философия, маг, политика, прямой встав. Философия имеет к политике прямое отношение. А потом, видишь, влюбился в француженку. Вот она. А, Масарик влюбился в француженку. Ну, это первая жена Масарика. Полиция Масарикова. Так. А потом влюбился в эту. Потом он влюбился в эту. Француженку. Француженку. А то и Масарик, то и... Шарлот, а то Масарик, а то и Жигин. Красивый, який. Хеский. Парта. Вот такая парта. Я такие парты помню еще в Советском Союзе, когда в школе училась. Помню, такие парты были. Вот они. У нас так. Ой, не, не отодвигается. А, крышка поднимается, да. Крышка поднимается. А, не, не поднимается. Поднимается, поднимается. Поднимается? Да, кое-что поднимается. Но у нас они, да, когда мы учились в Советском Союзе, поднималась. Это что такое? Печатная машинка, что ли, или что? Мигно, не знаю, что это такое. Флаг. Наш флаг Чехии. Ух ты! Смотри, какой пулемет. Слушай. А какой он маленький. Я думала, они большие пулеметы, они маленькие совсем. Форма Чехословенской лиги. Форма... Чехословакии. Чехословенской лиги. А, Чехословенской лиги. Да. Что такое лиги? Лигия. Ну, французская лигия. Чехословенская была лигия, оказывается. Идешь туда добровольником и служишь. Я понял. Ну, короче, вот такая вот. 21 номер. Так что, это Франция. Да. Ру. Южный. Киев, Бахмач, Пенза. Где Бахмач? Челябинск. Челябинск. Бахмач, Пенза? Бахмач, Пенза. Челябинск, Омск. Екатеринбург. Екатеринбург. А кто тут был? Спис нарисованный. Какая-то карта нарисована, короче. Не знаю, что за карта. О! Ух ты, это здесь заключенные, наверное, были, да? Итак, ваш приговор. Вы едете в Челябинск. Товарищ комиссар, я не хочу в Челябинск. Я хочу в Сингапур. В Сингапур вы поедете 18 числа. Зараз їдете в Челябинск. А якого місяця, хоч скажіть, будь ласка. Ну, здесь, да, здесь вот такие маленькие, ну, какие маленькие раньше были эти, там, где сидели заключенные. Раз, два, три, четыре. Четыре всего лишь руки. О, так он там не помещался. Да, такая печка была. Туда закладываем, ложим. Какая картина красивая, как хорошо нарисована.
чешско-словенська. Чеський фусик. А, чеський писик. Замиклане? Це став президентським сідлом в 1921 році. Боску, заровень була Сполучно-Ірландська обора, це всі поля і всі там, де звірята бігають. Да? І стат його купив за 25 мільйонів крон в 1921 році. Ирина, здравствуйте. Как ваше дело? Хорошо, замечательно. Ой, вы так хорошо выглядите. Все люди фотографируются с Масариком. Уже вы так едете? Так, Марочку, давай. Так, поднимаемся на второй этаж, посмотрим, что еще на втором этаже есть. Спортивный автомобиль, что ли? Ну да. Боже, как туда влезть? Там же ноги не влазят. Ява. Слушай, какое... А сиденье, посмотри. Сейчас таких широких сидений нету. Ай, в задницу. Вот тут прям под попку так все хорошо сделано. С дырочками такими. Які були іграшки, які були баночки, які були все за першої республіки. Ось такі ігрушки були. Номер 370. Я читаю раком. Бачиш, що я думаю? Це раком. Та реклама, да? Крутиться собі і така реклама. Кодак в то время. 16 дубна 1919 року був Чесько-Словенську схвален новий закон о поземковій реформі. Отак. Реклама. Земельная реформа. Земельная реформа. 1919 году. Слушай, какие красивые были, да, автобусы в то время. Это значит, цена, значит, это... А мы даже и не видели никогда такого в Советском Союзе. Шкода? Ну, Шкода красивая, да. Шкода РТО. А я... Вот такой автобус был. Получается, на улице стояла такая крутошка. И люди подходили и читали новости, газеты. Рекламу всякую. Вот, батон. До сих пор есть этот магазин батон. Фарнет. Тоже есть до сих пор фарнет. Мужи. Мужчины. Ну, я их всех не знаю, конечно. Стол. Политики и чиновники. Политики и чиновники, да? Чесько-Словенська, да, за першу республіку. Угу. Я их не знаю, но я думаю, мало кто их знает. Ну, стол такой, да, сидит. Чекай, Масарику перезвоню. Перезвони Масарику, скажи, что мы уже скоро приедем. Мы зараз идем на поливчичку. Приедем. Закажи нам две поливчички хорошие. Давай, Томаші, давай, давай. Чао. Томаші, Масарику перезвони, чтобы он поливчичку нам сделал. Супчик.
Супчик заказал, да? Хорошо. Он как раз там внизу фотосессию делает. Чело, дай свой чело. Мой лоб? Ты себе лучше на лоб поставь. Алло, алло. Алло, алло. Колясочки. Ух ты. Вот такие детки. Как настоящие вроде бы. Квартира. Какая была. Мальчик, одежда, часы, комод, игрушка. Такого медведя, помню, у меня тоже был такой медведь. И кукла такая была, помню. Вот только лошади не было. Так, Здар. Мода. А что это такие? Это пылесос. А как назывался? Плохо видно. BSLS. Как? BSLS. BSLS пылесос такой. BSLS фирма ИКОС. Это фен. Ух ты, какой железный. Туфельки. Какие они узкие. Я не знаю, как у людей такие ноги были узкие. Просто узкие-узкие туфельки. Ну и вот, президент одешел, то есть президент уже умер. Ну не уже, а просто президент умер. Последняя... Президент одешел. Президент одешел, да. Последняя его, как бы, аллейка такая. Эта машина была президента, ему подарили ее. Это Лаурент, Лаурент Клемент. Лаурент Клемент подарил. Шкода. Как, шо Шкода? Лаурент Клемент. А, ну да. Шкода. Ну да. Це був вагон його. Це так внутрі. Це вагон президента був. Це було внутрі, в вагоні. Ось такі от. Тут він спав, виходить, да, в вагоні? А ця машина є в Народному мистецькому музеї, це театр Т-80. Це зараз музей стоїть, да, ця машина? Народний технічний музей. В Народному технічному музеї стоїть ця машина. Ми хочемо туди попасти. Очки оригінал, це його очки оригінальні. Перчатки його, так? Да? Шапка. Його шапка оригінальна, галстук, перчатки. Це його чемодан, так? Да? Це для мій чемодан. Я такий чемодан візьму і ми полетимо це в Малайзію. З таким чемоданом. Та куди? Він тобі не влізе в самоліт, Коля. Ну, сказали, можна взяти який-небудь великий чемодан. Одолжиш у Гаріка Масаріка, так? Пішла на полівчичку. Та його жена. Плохо. Це її руки. Руки її. Так, 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 так. Слепок. Это жена, это Гарик Масарик. А его рука маленькая рука была. А его рука. Да, кстати, маленькая была. Слушай, как... Здесь, наверное, да, еще. Так плохо снять? Нет, что на. Ага. Плохо снимается, но ничего, и так видно. Было хорошо. Пойдем попробуем теперь еду. Еду мы хотим попробовать, очень проголодались, хотим кушать. Может, с собой что-то возьмем? С собой? Да. Может, еще и с собой что-то возьмем. Возьмем кушать? Ну, давай, что ты будешь? Я буду поливку. Да. То есть, можно выходить на ты? Кого? Ну, кузене, твоя мама, то и на выходить. Да, это только мы пробуем, а там посмотрим. Если понравится нам, то возьмем еще.
оставшуюся. Коля хочет еще одну купить порцию. Очень ему понравилось и очень вкусно. Вот такой супчик у нас. Правда, уже доедаю. Рецепт, конечно, бомба. Даже с грибами, да? Ты какие будешь галушки? Я буду галушки... Я буду с брынзой. Я с брынзой. С брынзой. Я с брынзой. Да, с брынзой. Коля пошел, телевизор приехал, Коля пошел сказать, что суп очень вкусный. Я дуже хвалив. Да? Сказав, що полівка люксусна. Супчик пані, очень вкусний був. Пані питалася, каже, а що ви їли? Я кажу, я полівку брав, бро, є десь в Марі. Не, серйозно спрашували тебе? Да. З бринзою. Галушки з бринзою. Бринзові галушки. Коля, там тебе, походу, знімали. Буде вечором інтерв'ю на Нові. На Примі. На Примі? Це Прима була, да? Так. Ну, будемо Колю смотреть. Вкусні галушки? Очень дуже. Это клетки с брынзой, поджаренное сало, брынза, это пятистовые клетки. И посыпанные там чем-то зеленым, зелененьким, но очень вкусно. И на сале, только на сале. Очень вкусная и не соленая, да? Ну, это получается чехословенская еда. Так. Словацы роблят вот эти клетки, так ты кажешь, или как это называется по-чешски? Ну, короче, какие-то, как они забыла, ну... Чехи рублят брамбурную поливку и шествие к недличке. Да, это чешская... То это еда за первую, яка была за первую республики. Да, за первого, за Чехословакии, за первого президента. Он ел вот такие вот блюда. Очень вкусно. Дуже вкусно. Да, не соленая, да, она с брынзой, но брынза совсем не соленая. Вообще. Нас тут пока на камеру снимают все время, ходят просто вокруг. А вот там он стоит, все там снимает. Шест квик недлики. Сливки, да? Сливовый джем? Не-не-не, не джем. А что там? Сливы внутри, не джем. Не джем, нет? Не-не-не-не. Вот такие пончики с маком и посыпочка такая, да? Ну да, сейчас я попробую разрезать. Ну что, попробуем? Смотрите, сами. Слушай, там... Ой, там прям целая слива внутри. Да, я же тебе сказал. Ага, слушай, класс. Горячая. Пробуй. Горячая? Или я? Идем. Вкусная, Коль? Я же таки не ем. Да? Я дуже багато кнедликів переїв в Чехії, бо я люблю такі. А це просто-напросто домашні. Домашні, вкусні. Ну, приятного аппетита. Дякую. Все, мы уже уходим, наелись. Не пили, правда, но ели только. Людей много собралось уже. Ой, как хорошо. Может, Макаты прими? Прими, Макаты. Каждый раз. Короче, мы наелись, напились. Нас сняли до... Это... Мы, короче, наелись, напились. Нас еще тут поснимали на какое-то... На новости какие-то. И теперь едем еще в один музей. ТГМ. Вот там вот. Томаш Гарик Масарик. Все. Музей был замечательный. Мы получили кучу удовольствий. Уже распускаются... Листики скоро. Вот. Распускаются. Приходит весна. Приходит весна. Скажи, сегодня очень хорошая погода. Мы так провели классное время. Было все так душевно, все по-домашнему. Так. Все так хорошо. Чехов много. Все посходилось. Все хотят покушать. Коля запарковал машину. Колесо въехал прямо в бордюр.
Ну что, друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось, как и нам. Пытались показать самое интересное, самое такое ню-ню-ню-ню. Сейчас мы едем в музей. Ну, это уже, наверное, в следующей серии мы с вами поделимся, потому что все в один ролик просто сунуть невозможно. Поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. И мы будем снимать ролики для вас и делиться с вами теми походами, поездками. Куда ходим мы? Была суббота-воскресенье, целую субботу просидели дома, но воскресенье мы уже сказали сидеть не будем. Так что, до встречи в новом ролике. Thank you.